Друзья мои, добро пожаловать, это Deadline the Following, и мы продолжаем играть. Наша текущая задача — тайный проект, поговорить с братишками. Мы будем говорить? Так, где кто у нас находится? Задание, может, какая-то прокачка подвернется? Нет, скоро будет у нас, кстати, уровень выживаемости повышен. И, наверное, уровень силы. То есть, если мы что-то интересное с вами пройдем, у нас много денег, у нас все хорошо. А так, собрание, продолжайте помогать детям солнца. Это сюжетная наша миссия. Тайный проект. Где, что и покажите мне еще раз. Ага, установить точку маршрута. В общем, нам надо вернуться в то место, где мы использовали с вами карточку. Так, здесь точил у нас нет, точил у нас с другой стороны. Так что поехали, посмотрим. Силы есть, значит, надо играть в Daylight. Выход из безопасной зоны. Вот и где, моя хорошая. Смотри, у нас тут матерь нарисована. Очень неплохо все это сделано. Ух, спокойно, разворачивайся. Я вот не знаю, бенза хватит нам или нет. Конечно, в идеале надо было бы заправиться. Так, давай, дружище, давай. Чё-то какой-то ты слишком сегодня неповоротливый. Чё, у нас там много птиц летает. Это явно не к добру. Птицы летают, птицы гадят, это плохо. Ну, зомби, я думаю, плевать особо. А вот если ты идешь по улице и надет что-то черное или яркое, и птица нагадила, это беда, это просто пипец какой-то. Говорят, что якобы к деньгам. Так, здесь у нас кислота недалеко. Привет! Опа! Кислота. О, объезжаем. Объезжаем. Вроде как объехали, а толку никакого особо нет. Ладно, мармеладно, сейчас доедем. Ну, уже эти маршруты с вами знаем, тут ничего принципиально нового нет. Посмотрим, я не знаю, в принципе, сколько у нас... О, ни хрена себе, там жизнь происходит. На, сука! Воу-в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 оу. Живем, братва. Живем. Такого ублюдка сбить очень проблемно. То есть надо либо прокачивать машину, либо делать это с ускорением нитро. Пошла нахер. Давай, сейчас Вингардиум и Левиоса у нас будет. Опа, обожаю эти политушки. Правда, для машины нашей это очень все плохо. Так, лечимся и едем дальше. 175 здоровья. Насколько я помню, раньше вроде было как бы поменьше. Хопа. Чирик, пиздык и перелет готов. Ребята, у нас все очень плохо. Надо искать болты, надо затариваться, и мы практически с вами приехали. Я вот здесь, наверное, тачку оставлю. Ой, хорошая моя, что я могу сделать для тебя? Скажи мне, пожалуйста, снаряжение. Снаряженница. Пустая ячейка снаряжения. Повышая уровень вождения, вы получаете доступ к новым предметам. Ну, пока у нас там ничего нет. А установить? Давай починим все. 9 болтов, у нас этого дела не хватает. Черт возьми, надо бы купить. Либо купить, либо полутать машины. Потому что на такой машинке мы с вами на таком баге далеко уж не уедем, к сожалению. Так, братва, где у нас там эти ребятушки? Сейчас возьмем у них миссию. Подожди, не здесь, что ли, они? Вы издеваетесь, что ли, мать твою? Я зря сюда приехал. Не, подожди, стой. Не может этого быть. Поговорите с братьями в каком-то другом месте. Подожди, у меня показано вообще в другую точку. Стоять. Ах ты хитрая задница, смотрите, вот куда нам надо аж. То есть мы с вами еще не доехали, ехать. А проблема вся в том, что я там, наверное, не перееду, вот в чем дело. Поэтому придется, наверное, пешкадральчиком. Там у нас вода, а вон там, по-моему, есть мост. Фух, но мне бенза не хватит на все это дело. Ладно, давайте что-нибудь придумаем. Пешком это будет очень долго. В любом случае надо как-то добраться. Жалко, нет летательных каких-нибудь у нас средств, поэтому только так вот. Я-то думал, что все наши дела будут именно здесь. Так, ружишко мы забрали. Все, мы это дело забрали, отлично. Так, ну давай попробуем. Я попробую, конечно, слить отсюда немножко бенза. Пусто, твою мать. Пусто, сукин ты сын. Вон уже кто-то сагрился, по-моему. Кто-то нас уже заприметил. Открывай быстрее, открывай. Идут же ублюдки. Кофе, марлечка. О, емкость, отлично. Погнали. Да, я слышу, что они там уже сзади активно агрятся. Поэтому я попробую забрать по-быстрому. Хопа. И отсюда нахер свалить. Знаете, что жалко? Что нам пунктирчиком не указано точно, куда ехать. Я бы так спокойно, без проблем проехал. Фух, ладно. Что-нибудь да придумаем, я думаю. Так, надо как-то пониже, наверное. Ниже, аккуратно. Аккуратненько, сейчас проедем. Самое интересное, что мы не через такое дерьмо с вами проезжали. Испытание на скорость. Не, друзья мои, испытание на скорость оставляйте себе. Нам надо вот сюда, получается. Куда-то сюда. Так. Здесь, по-моему, нужно было закрыть ворота, если я не ошибаюсь. Сейчас сделаем.
Многие ребята писали: закрой, закрой ворота, закрой ворота, да. Вот оно что. Опа, там зомбятина уже нет, плюс у нас появляется сейф-зона. Безопасная зона разблокирована. Так, двери, по идее, они должны открыть. Вроде как. Hello, my friends. Так, детки твои, смотри, игрушечные, меньше все дела. У тебя получилось, у тебя реально вышло. Даже не знаю, как выразить свою благодарность. Нашу благодарность. Эйлем. Нам даже нечем тебе заплатить. Но с этого момента наша семья твоя семья. А наш дом — это твой дом. Безопасное место для ночлега, отличная плата. Спасибо. На самом деле, да. Притом место такое, знаете, не самое близкое. Ох, какая здесь вонища-то. Вы представляете, ребята сюда выйдут, дети, будут это все нюхать. Это же пиздец какой-то. Ладно, валим. Выход из безопасной зоны. Хорошо, едем дальше. Не суть важно, надо ехать дальше, как бы. Тихо, столбы, столбы же! Орлешка, пельмешка, что ж ты делаешь, мать твою? Так, давай, 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 тихо. Уходим в небытие. Сюда вот. Я так понимаю, что ехать нам ого-го-го-го. То есть это вообще какие-то дебри самые. Но туда еще надо добраться каким-то чудом. Ой, вода! Тихо. Вон там можно переехать. Привет, плевальщик, на, сука! Не хотелось бы машину топить, поэтому вот как-то так. Вопрос только в следующем, проеду ли я там? Нет, скорее всего. Ох, ребятуши, гиблая затея. Гиблая! Плевальщики любят находиться в таких местах. На, сучёныш! Еще один, смотрите. Ту... О, нет, нет, нет! Это бомбящий. Это, сука, бомбер у нас был. Там их много. Он взорвался и согрели все ублюдки. Пошли нахер, нахер! Суки, идите, а. Тихо, 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 тихо. Мне главное тачку не потерять. Валим, 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 валим отсюда. Ух, блин, а. За нами такое полчище прям бежит. Мы направляемся прямиком к дамбе, я смотрю. Но, по-моему, миссия у нас была немножко в другом месте. О, здорово, ребятуши! Так, тихо, спокойно. Мне главное хотя бы доехать так визуально туда. Где это? Что это? Я нашел какой-то трек. Но трек мне явно сейчас не нужен. Едем дальше. Попутно изучаем с вами новые локации. Во, дорога! Дорога, отлично. Привет, мистер Боря, космонавт у нас. Машина еле едет, это чувствуется. Уже еле-еле душа в теле у нас. Бенза немножко осталось. Так, объезжаем, не врезаемся. Ну, насколько это возможно, мы с вами объехали. Так, ребят, у нас реально абсолютно новая локация. Мы здесь еще с вами не были. Заодно это дело надо все посмотреть. Так, куда нам дальше? Нам надо уйти как бы... А нет, мы правильно едем с вами. Все хорошо. Тормози! Замечена охотничья вышка, но прежде нам бы с тобой надо слить немножко бензина. И посмотреть, что есть в багажнике этой классной тачки. Забирай. Химикаты, химикаты. В детстве вообще химию не любил. Как-то вот не шла. Пытался любить, но никак вот не получалось. Так, улучшения нам не нужны, по сути. А бенза я бы заправил. Так, там есть автобус. Я сейчас быстро чирик пиздыкну и... Отлично, пусто. Что, болты? Всякая хурма такая себе. Удерживайте, давай, давай, дружище, лутай. Марлечка. Еще лута немножко. Что у нас здесь еще есть? Во, удерживай давай, марля. В принципе, вещи хорошие. Раз зомбятины тут пока нет, я думаю, что можно спокойно залутаться. Открывайся. Смотрите, телефон валяется. Спокойно забираешь себе телефошек и идешь дальше. Какие вопросы? Потом зато можно классно что-то скрафтить. Так, у тебя где вот бак твой? Пусто. Стальные трубки. Я не уверен, что мне хватит, в принципе... Сейчас что-нибудь починить, но я попробую. Я могу создать новый предмет, и, скорее всего, либо это аптечка, либо что-то ценное. Давайте я сразу бенза подолью. Хопа, заправил, отлично. Груз отобрали. Печальное дерьмо на самом-то деле. Починить. Да, я уверен, я хочу починиться. Я хочу починить деталь турбины. Я хочу починить вот это. Мне не хватает деталей. Черт, надо будет реально закупиться. Едем дальше. У нас такая прогулочка сегодня, 14 аптечек. Вроде как все нормас. Немножко свернем. Я знаю, что Олежка у нас просто мастер сворачиваний, мастер Шумахер. Так, Фатин, Толга, я подошел к тоннелю, где вы? Серьезно, Крейн, разве это не очевидно, что мы внутри? Твою мать. Так, говнари, сейчас я все сделаю и приду к вам. Новое отмеченное место на карте. Серьезно, что ли?
Че такое вообще? Какие-то странные у них машины. Escape POD написано. Ёб твою налево. Так, они в вагоне, значит, находятся. Я-то думал, что не внутри тоннеля этого. Так, ладно. Хорошо, баги мы оставили. Давайте пробовать зайти туда. Смотри, какие ловушки они забарганили. Оп! Вау! Ох, нихера себе! Оно еще под электричество, ребята. Так, тихо. Вход в безопасную зону. Ток-ток. Открывай. Кайл пришел. Привет, братаны. Фадинушка. Поздравляю, ты справился. Я подозреваю, ты уже забыл о нашем тайном проекте. Все уже почти готово. И тебе не по силам постичь всю грандиозность нашей затеи. Они считают нас тупым почему-то. Для тебя просто инфаркт может схватить. Так и будет, когда мы закончим. Пока же нам нужен кое-какой хлам, металлические детали, железячки разные такие вот. Изолента. И гвозди. Сумеешь все заполнить? Лучше запиши. Да, возьми мелок и доску. То есть они как бы самоутверждаются, думая, что мы тупые. Вот тебе счетчик Гейгера. На случай радиации. Не благодари нас. Радиации? Какая нахрен радиация? Вы чё? Военные могли оставить пару подарочков. Скажи ему, Фатин. Вызохни, Крейн. Просто прислушайся к щелчкам. И возвращайся, когда все найдешь. Ах ты ж твою мать. Соберите недостающие детали. Я вроде все отдал, все, что у меня было. Так, что надо? Собери металлических деталей, надо 6 штук. И 5 гвоздей. Ёб твою налево. Так, уходим. Выход из безопасной зоны. Скажи мне, пожалуйста, дружок, где я буду это все лутать? 5 гвоздей. Гвозди можно купить, по сути. У меня вроде в тройнике были гвозди. Так, что у нас здесь? Зря, видимо, сюда бежал. Я-то в надежде думал, что там что-то интересное. Эх, не тут-то было. В принципе, вещи довольно-таки простые. Я их могу купить. Я могу их приобрести. Ох, а ближайшее место покупки у нас где? Давайте смотреть. Так, сейф-зона у нас здесь есть. Зачистите зону, чтобы она стала вашей. А давай попробуем. Это недалеко. В принципе, у меня в тайнике вроде ништяки есть. Поэтому я смогу их достать. Сейчас, братаны, сейчас приеду. Поехали. Говно висеть. Так, как же я люблю эту игру. Она реально безбашная. Ха-ха, безбашная полностью. Я решил закрыть свою лавку и переехать. Приходите все на распродажу. Давай. Заедем, кстати, почему бы и нет? А вроде и далеко даже. Бенза у нас хватает, охотничью вышку мы заметим. Сворачивай. Так, Олежка, без каннибализма. Без дебилизма. А, он на вышке, я понял. Я понял, сейчас. Если у него есть гвозди и металлические детали, мы это все купим. Денег у нас хоть жопой жуй. Посмотри мой товар. Так, садовая мачете. В жопу себе его засунь, садовая мачете. Продать ценности на 2 косаря, давай продадим. Так, нам нужны гвозди. Гвозди. Так, аптечки давайте купим сразу. Пускай будут. Гвозди кто-нибудь видит? Болты. Во, болтов надо набрать. Давайте купим болтов. Домашние припасы, стрелы, металлические детали. Все, одну купил. Домашние припасы, оружейные патроны. Жестяночка, марля, силовые кабели, это не то. Походу, у братана нет того, что мне надо. Садовая мачете, вещь, в принципе, хорошая. Смотри, дамажит вроде неплохо. Лук можно купить, фермерский серп. Жалко, на самом деле, это все брать, я бы потом это купил. Топорик Горца 211 и 240. Так, братан, смотри, у нас есть металлическая деталь одна. Сейчас мы это дело откроем. Такс. О, аэрозолька, давай заберем. Облутать себя тоже, увы, нельзя. Зачем ты лавочку свою закрываешь? Для нас-то пока вопрос. Гвозди надо лутать хер его знает где. Наверное, где-то надо пошастать по этим местам, посмотреть. Так. Чертежи, резина, марля. Нет, друзья мои, гвоздей нет. При всем моем желании. Ладно. Едем дальше. Тогда будем открывать зону эту, секретную сейф. И смотреть, что у нас там дома. Так, разворачивайся. И поехали отсюда. У-у-у, держись, Крейн, держись! Издеваешься, что ли? Давай, черепашка! Блядь, там... Сука, там же кислота. Ладно. Больно! Больно! Воу, немножко заляпали нас. Кстати, здесь может быть ништяк. Здесь могут быть ништяки. Так, друзья мои, давайте начнем прямо отсюда. Вы находитесь рядом с неактивной зоной.
Сейчас я тебе, блядь, покажу, сука, неактивную зону. Вот тут, наверное, что-то есть. Баксы. Баксы. Металлические детали. Прекрасно. Ну, а еще металлические детали. Вот где надо искать их. Еще металлические детали. Еще две штуки, и мы будем самыми счастливыми на свете. Значит, наша задача — искать вот такие вот автобусы. В них самый ценный лут получается. Стальные трубки. Еще бы... О, появился засранец! А не было же его там, ведь? Не было. Так, что у нас здесь? Давай, лутай! Так, заброшенная заправка. Емкость с топливом. Надо будет, заправим себе тачку и будем самыми крутыми пацанами на свете. Так, болты. Заодно можно будет машину починить. Что-то они там... Вау, по нам, по-моему, шмалят очень активненько. Move your ass, они нам сказали. Вижу, говнодой. Сейчас что-нибудь придумаем. What's going on, bro? Сейчас я тебе покажу. Сейчас мусорок, золотая, металлические детали. Мы практически все с вами нашли. 6 штук есть, да? А, надо гвозди найти еще. Надо еще гвозди. Привет, засранец. Опа! Чирик, пиздык. Ох, больно. Сукин ты сын, а? То есть автоматная очередь, и мы сразу легли с вами. Жопа. Ну, в любом случае, это место надо залутать, и надо его захватить. Фух, не уверен, что получится, но попробовать можно. Где ты? А, вот ты где остался. Так, нам в любом случае дальше надо. Узнать, где ваша машина. Нет, я знаю, где моя машина. Оу, чувак, какого хера? Я ж тебя прокачивал, чтобы ты так больно не падал. Вот здесь появляется плевальщик. Потом из жопы какой-то вылазит вообще. Интересно, вот я умер, я могу сейчас заново залутать? Нет, не могу. Так, ребят, вы хотите по-плохому? Готово. Ну, сучаныш. Ох, там набежало дебилов. Уп! Давай наверх. Готово. Тихо, гандонина. Ой, гор, блядь. Воу, братан. Тихо. Падай, сука, падай же. Падай, кусок дерьма, падай нахер. Вот так вот. Ты мне сейчас абсолютно здесь не нужен. Мы разблокировали с вами зону, и теперь надо это дело все залутать, посмотреть. Их тут было очень мало на самом-то деле. Надо было изначально взять автомат и просто здесь раздать. Так, что у тебя выпало? Железный топорик я менять не буду. Мне эта штука нравится. Что у тебя есть? Бабло. Чуваки, мне нужны гвозди. Винтовочные патроны, разная такая вот вся муть. Так, тут чисто. Зато у нас теперь своя заправка. Слушай, а внутрь зайти нельзя, получается? Воу, что-то там многовато, засранцев. Ай, тихо. Тихо. На скорую прыгай. Молодец. Так. Вот мы с вами и внутри. Нормально. Сейчас мы это взломаем. Я думаю, что они там не перелезут. При всем моем желании они этого сделать не смогут. Так, нормально у нас. Хопа! С первого раза! Идеально просто. Ребята, гвозди. Надо много гвоздей. Ух ты! 166 охотничьей мачете и кофе. Кофе заберем. Это дело мы откроем. Нет? Двери эти почему-то у нас не открываются. Пусто. Так, здесь, по идее, у нас должна быть возможность где-то заночевать. Если это безопасная зона, где-то мы должны отоспаться. Так, братаны. Ага, внизу где-то, смотри, где-то показано. Где-то вот здесь, получается. Как мне внутрь попасть? Что я пока не вижу. Странно, ладно. Сейчас найдем. Так, безопасная зона, по-моему, где-то здесь, да? Смотри, как интересно. Черт возьми, не заметил, бывает. Так, что это у тебя валяется? Нет, это метательный нож мне пока не нужен. Вот сюда нам надо. Ищем. И здесь должны быть ништяки. Ох ты ж твою налево. Что это у нас такое? Окрасочку взяли новую для машины, это хорошо. И здесь, получается, я могу отоспаться. Так, тайник, давай смотреть. Так, должны быть гвозди. Гвозди, газовая труба, мачете, ножки, это не то, военные шняги, ракеты, щиты, ткань, аэрозоль, жестянка, клинок, кофе, марля. Давай, гвозди, пожалуйста. Есть! Так, все берем. Все возьмем? Отлично.
Так, у нас есть все детали, все, что нам нужно, мы сейчас можем взять. Поехали дальше. Что-то еще есть? На самом деле, видимо, игра рассчитывала, что я буду очень долго это все лутать. Но нет, как получилось, так получилось. Что у нас здесь? Взять заказы. Тут можно и брать заказы, да, есть такое дело. Все, ребята, поехали. Машина. Машинка моя здесь. Аккуратно себе так припаркованная, смотрю. Так, улучшить, починить. Давайте улучшим, починим, что у нас там есть. Опачки, готово. А детали второго уровня у меня уже стоят, поэтому здесь нет смысла. Все, машину мы починили, я ее заправляю, и мы отправляемся. Хоп, готово. Тихо, тихо, я слышу. Да, такие, знаете, рыгающие звуки. Это у нас появился плевальщик. Естественно. Так, что у меня на карте? Что у нас на карте? Едем сюда. Погнали. Все, сейчас попробуем выполнить эту миссию, посмотреть, что там у нас интересного. Что от нас хотят братья. Братишки, я еду к вам. Благо, все это находилось у нас тут недалеко. Воу, какое оно эпическое, смотри. Раньше, по-моему, так не блестело. Братишки, я к вам пришел. Вход в безопасную зону. Здорово, ублюдки. Все нашел? Похоже, мы тебя недооценивали. Главное, что не переоценили. Смотрите, парни, все здесь, короче. Так что же ты забыл за план такой тайный? Извини, но он все еще тайный. Будем на связи. Дайте братьям немножко времени. Окей. Хорошо, братишки, даем вам немножко времени. Выход из безопасной зоны. Они закрываются, и, естественно, начинается жопа. Тихо, 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 дружище. Так, ребята, скоро вечереет. Я думаю, что надо пойти отоспаться, наверное. Дайте братьям немного времени. Фух, давайте посмотрим, что у нас тут еще есть в округе интересного. Так, есть что это такое? Доберись до склада транспортной компании. Я думаю, там жопа. Полная задница. Я предлагаю отоспаться и посмотреть, что там в безопасной зоне. А рядом есть еще выживший. Так, погнали. Ух, прям по этим самым путям железным. Ой, красота. Уезжать в закат самое приятное, наверное, что можно делать в этой игре. Кроме того, когда вы бошки зомби рубите. Ой, Боря, 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 Боря! Борька, какого хера? Боря сейчас как жахнет. Сейчас как столько дебилов прибежит. Отлично. Тем не менее, друзья мои, мы в безопасной зоне. Наша машина вроде никого не трогает, никого не шарит, не парит. Я предлагаю отоспаться. Тем более, дело близится к вечеру. Будет ждать до вечера. Ночью здесь реальная задница. Я уже много раз об этом говорил. По-моему, дождь проходит... Нет, показалось. Я уже думал, знаете, как в играх часто бывают глюки, что дождь проходит сквозь текстуры. Призвать машину. Машину призывать не надо, она у нас здесь находится. Ух, как стрёмно. Смотри, какие-то плакаты разных фильмов. Так. Ну что, спим еще? Спим до утра. Я надеюсь, что им, в принципе, времени должно хватить на это дело. Так, ночной режим мы прошли. Погнали отсюда. 10 часов спустя. Опа, давай вылазь уже. Выход из безопасной зоны. Чудесно. Что у нас есть по заданиям? Безводи. Похоже, на насосной станции случилось что-то плохое. Доверить до склада транспортной компании. Давайте попробуем, недалеко здесь. Я-то уже надеялся, что будем братьям помогать, если я сейчас переключусь, допустим. А, еще надо время, видите? Значит, радиста делаем. Поехали. Вроде как живы-здоровы. Оу, какая у нас грязная водица здесь. Доберись до склада. Оу-оу, горит. Аккуратно. Аккуратненько, спокойно едем дальше. Машина у нас чистая, заправленная. Все просто идеально, на первый взгляд. Так, здесь мы с вами херовенько заехали на самом-то деле. Я бы, наверное, как-то выехал. Не ломается. Эта хрень у нас не ломается. Так, Олежка, куда ж ты заехал-то, дорогой мой человек? Надо это дело объехать. Дело надо объезжать. Может, я могу как-то здесь... Воу! Там нужно топливо, поищи в зоне карантина. Воу, я застрял! Ёб твою налево! Давай, 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 давай! Поищи возле стены. Тихо, 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 ребята, я застрял! Давай назад, назад, назад! Выруливай, выруливай нахрен! Так, ребятам нужно топливо, раз мы делаем то задание, давайте его тогда...
делать дальше? Собери недостающие детали. Воу-воу-воу, бегут! Сукины твою мать! Тихо. Прибежали ублюдки. Как, Олежка, ты умудрился так заехать? Давай, выруливай. Надо емкость топлива. Выруливай нахер! Выруливай. Твою мать. Я вернулся обратно, но, по-моему, здесь где-то обосновались бандиты. Где-то, сука, недалеко. Так, вон они там стоят. Тихо. На, сука. Привет, ублюдок. Хопа, рубанул его. На, засранец. Тихо, ты что делаешь, а? Спокойно, засранец. Так, башку мы снесли нахер. Бегом. Куда ж побежал-то, родной мой? Куда помчался? Стоять. Нихуя себе его разбуло. Это самое, расхерачило. Просто наполовину. Так, опыт у нас есть, хорошо. То есть бандиты себе заприметили хорошее какое-нибудь местечко. Чё бы не захватить-то, да? Так, нам тут пусто. Эти колонки я уже лутал. Так, здесь хорошего мало. Нам нужно найти с вами емкости с топливом, поэтому, собственно, делаем это дело. Хопочки, готово. Смотри, как хорошо. 9 уже есть, отлично. 10, 11, и надо найти 12-ю. Я думаю, что где-то здесь может быть. Опа, отлично. Здание «Тайный проект» готово к продолжению. И сейчас мы, собственно, пройдем. Как вы помните, я машину свою похерил по глупости. Сейчас попробуем ее восстановить. Такс. Это делается довольно просто, без особых проблем. Надо будет ее призвать. Может быть, топлива быть меньше, кстати. Поехали. Так, тачку мы призвали, все, валим отсюда. Фух, блин. Так, машина где-то рядышком должна быть. Где моя машина? Козлы, где моя машина? Где моя тачка? Что-то я свою тачку потерял. Подожди, показано, что где-то здесь должна быть, да? Так, у нас есть прокачка. Фух, чё б такого, экстра-усилитель. Бартер нам пока не нужен, сборка щита не нужна. Критик. Научитесь использовать чертежи эффективнее, чтобы больше критических ударов. Электрические ограды. Угу. Самодельные гранаты. Я даже не знаю, что бы такого нам улучшить. Давайте бартер. Мы иногда что-то покупаем, так что эта тема будет для нас очень даже неплохой. Так, я призвал тачку, но я что-то ее не вижу. А, вон она, вижу. Опа. Все, ребят, поехали обратно задание, потому что у нас оно состоит из множества разных таких мини-заданий. Поэтому гоним, собственно, туда. Так, вот сюда. Самый-самый дальний край карты. Поехали. Да, половина бензина нет. Я не знаю, почему так сделали. Возможно, чтобы ее сюда прибуксовать, тратится какое-то энное количество топлива. Ну что, ублюдки, я надеюсь, что теперь задание можно уже будет делать, потому что мне не терпится посмотреть, что же там такое. Так, тук-тук. Готово. Нашел? Отлично. Страсть, как хотелось помочь. Как всегда, что дальше? Дальше мы будем работать. В тишине, кыш. Опять? Не позволяй всяким пустякам тебя слишком увлечь. Твоя помощь все еще нам понадобится. Чудесно. У нас по-прежнему радисты, они что-то по-прежнему делают. Доверись до склада транспортной компании. Это наше, собственно, продолжение. Смотри, что-то делают, реально варганят. Я так понял, что они хотят то ли пробурить там себе проход, то ли еще что-то. Хер его знает, каким образом. Так, хорошо, давайте смотреть по заданиям, что у нас дальше. Так, поговоришь с Джессиром. Похоже, на собственной станции что-то плохое. Это задание мы тоже будем выполнять. Я говорил по рации с перепуганным ребенком. Он упал в какую-то яму. Вот это мы сейчас и сделаем. Поехали. Слушай, у меня, по-моему, бенз еще был. Мне кажется, что я мог бы заполнить. Ах, херушки там у тебя бензин, Олежка. Так, давай поставим. О, насосная станция. Далековато, на самом деле, ехать. Погнали. Ух ты ж, мать твою. Так, там у нас этот трек. Надо аккуратно как-то проехать. Вот здесь, наверное. Не, в идеале его нужно как-то так объехать, чтобы я не заезжал внутрь, потому что я там уже машину похерил. Сюда давай. Ублюдки! Вау, лучше не врезаться. Хочется, конечно, в глубине души это сделать, но лучше... Воу, тихо. Спокойно. Спокуха, ребята. Ставим тачку здесь и забираемся наверх. Ух, мать моя женщина. Ладно, я думаю, что надо на крышу как-то залезть попробовать. Давай, лутайся. Ну уже? Есть. Оу.
Эй, ты там? Что вы с братьями вообще забыли здесь? Мы искали сокровища, забрались через дыру в крыше. Так, дыравку, найдите мальчика на складе. Мальчишка? Это мальчонка-то проказник какой. Сейчас будем искать его. Так. Смотри, здесь нельзя пройти, здесь тоже. Найти мальчика. В любом случае, на склад-то мы попадем, это не вопрос. Так-с. Опа! Готово. Ладно, скажи, где вы сейчас находитесь? Ау! Эй, черт, твою мать! Лятненько, понятненько. Смотри, здесь можно выпрыгнуть. Оп! Отлично. Ох, ребятуши, что-то мне это не нравится нихера. Гиблая затея. Зато бенз должен быть. Конечно, здесь вряд ли кто-то залутал. Смотри, сколько у нас тут машин. Пусто, странно. Вот это реально странность. Так, смазочку взяли. Катраз, друзья мои, катразик. Вот вам и катразы. Так, синтетика, очень редкая штука. Пусто. Так, забирайся. Где-то здесь должен быть какой-то как люк или что-то такого рода. Что-то я пока не вижу. Так, надо, значит, как-то перейти, наверное. Что у нас здесь? А тут ништяк. Для Олежки припрятан. Откройте. Чудненько, забирай. Фух, так, это всего лишь первый, получается, у нас склад, да? Надо пройти на второй, видимо, как-то. Так, здесь не густо. Там самое интересное тоже. Чё-то ребзю я тут не наблюдаю вообще никак. Какие колодцы они здесь могли найти? Так, давай сюда. Так, где-то здесь я забирался, помню. Так, сейчас будем думать. Так, открываем. И раз, и толку-то никакого особо нет, то вроде можно пролезть так помаленьку. Ох, ребятуши, тут какое-то дерьмо творилось явно. Что это за алтарь? Так, металлические детали нам не нужны, но пусть хотя бы будут так про запас. Что это такое? What the fuck? Игрушечный меч, так, мы взяли. Крутой парень. Чего? Jesus, guys, can you keep it down? Нельзя ли потише, детвора? Какого хера? Крутой, 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 крутой! Брыняшка пришел, да? Так, херушки, я там залезу. Эй, серьезно, заткните! Воу! Ебона мать! Воу, 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 воу! Воу, полегче! Твою мать! Твою нахер! Убейте разрушителя. Ты издеваешься, что ли? Ёпту налила. О, не надо. Может, не надо его убивать? Пожалуйста, может, как-нибудь обойдемся? О, уходим. Фух. Уделай его. Какого хе... Этот, сука, сзади вообще неразрушаемый. Ладно, давай, давай пройдем туда. Улетай, улетай, улетай. Фух. Хера себе. Вот это засада. Что-то я как-то зафейлился здесь. Братишка! О, тихо, тихо, бросать не надо. Да, что, стреляя, надо ему броню как-то разбить, по-моему. Воу-воу-воу! Нихерово тебе прилетел-то, камешек. Давай, залезай отсюда, залезай. Какого хера, детки? О, господи. Ладно. Дети хотели жести, дети ее получат. Тут есть аптечка, кстати. Открывай быстрее. Уходим, 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 уходим. Так, сваливаем. Я вот думаю, как это проходить, хрен его знает. Так, дружище, давай думать. Почему-то мы все время тут сваливаемся. У нас есть еще ружьишко. Если он подойдет сюда, мы его сразу жахнем. Жизни очень много. Облюдок. Дети радуются. Радость какая ж, япона мать. Так, ладно, давайте пробовать. Проверим хотя бы. У него должны быть какие-то слабые стороны. Я помню, то ли руки, то ли голова. О, пошла жара. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Тихо, 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 тихо. Воу, 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 родной мой. Спокойно. Спокуха, живем. Иногда все-таки нужно сваливать. Тактически дислоцироваться. Готово. Мы практически его добили. Воу-воу-воу-воу-воу-воу!
делать. Вы знаете, он не так-то сильно и дамажит на самом-то деле. Готово. Сукин ты сын, а? Грёбаные детишки. Так, ключ подняли. Что значит нет, блядь, дети? Сейчас по жопе надаю нахер. Поверить не могу, ты должен был проиграть. Где вы, засранцы мелкие? Мелкие засранцы, у вас вообще мозги есть, нет? Чёртовы дегенераты. Хватит с меня ложить, найди мальчишек. О, господи. Ну какого хера, вот скажи, пожалуйста, он зацепиться не может, я чуть не понимаю. Так, здесь аптека есть. Давай лутаемся. Марлечка, да, из этого потом можно будет сварганить что-нибудь. Так, здесь завалено. Так, это мы экономим, пускай будет на запас еще. Алтаря у нас тоже нет. Это дело открывается? Нет. Мальчишки! Слушай, а что у нас здесь? О боже. Поменяйте простой молот. Нет, я думаю, что менять мы его не будем, нам в этом нет никакого смысла. Эти ворота руками вряд ли откроешь, но здесь есть выход, что самое интересное. Вот, этим ключом можно будет открыть. Готово. Таким образом можно подняться. Вот их велики, то есть они это все тут аккуратно оставили. Так, открывай, забирай. Силовой кабель и бечевочка. Дети такие, знаете, проворные, они могут сбежать даже от нашего суперпаркуриста Кайла Крейна. Так. Трудно, давай попробуем. Так, пошла, 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 родная, давай. Господи Иисусе. Ладно. Пробуй же, ты должен сделать это. Во, вот это другое дело, я понимаю. Открывай. Ух, разрушителя мы с вами завалили, конечно. Что это такое? 245 османский серп. Я мешочек заберу. Это мы залутаем. Так, османский серп пусть пока лежит. Так, на этой веревке мы херушки тут заберемся. Ребят, я предлагаю сделать перерывчик и ребятушек искать уже в следующей серии. Это Dying Lights of Halloween, меня зовут Брейн, мы потихонечку это дело проходим. Спасибо, что смотрели, пока-пока.